Всем привет из Питера, с вами Андрей. Задавайте вопросом, бывает ли вообще в Африке снег? Африка – это знойный климат, сухие пустыни и экзотическая природа. А еще хрустящий снег, горнолыжные курорты, на которые съезжаются толпы туристов. И нет, здесь нет никакого подвоха. В некоторых районах Южной Африки и на африканских горах действительно бывает снег. А в некоторых местах он лежит устойчивой шапкой несколько месяцев в году. Через Марокко, Тунис и Алжир тянутся горы Атлас, самая высокая точка которых называется Тубкаль и достигает 4167 метров. Высокий Атлас вместе со своей вершиной как раз располагается в самом центре Марокко, где находятся три лыжных станции. Снег на пике горы лежит целых полгода, с ноября по апрель. А на пиках хребтов снежная шапка может сохраняться еще дольше, с сентября по июнь. Но с горами все понятно. А как же привычный нам снежок в жилых регионах и городах? Йоханнесбург – один из самых крупных городов Африки. Здесь господствует субтропический высокогорный климат, который не балует местных жителей частыми снегопадами. Но кое-что люди уже смогли увидеть собственными глазами и почувствовать температуру ниже нуля. В 1956 году здесь выпал настоящий снегопад. После этого история повторилась в 1962 году, потом в 1964 и 1981, а также вновь в 2007 и 7 августа 2012 года. Последний раз снег шел посреди лета в 2021 году, и это была настоящая зима с температурой в минус 10 градусов. 22 и 23 июля было побито по меньшей мере 19 температурных рекордов, многие из которых держались более 30 лет. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2000 году, минус 8,1 градуса ниже нуля, об этом сообщает местная радиостанция. В Йоханнесбурге температура упала до минус 7 градусов, здесь предыдущий рекорд холодов минус 6,3 градуса, зафиксировали 19 июля 1995 года. Короче, друзья, снег раз в 8 лет, и то на юге Африки. Еще снег можно найти. Неожиданно Египет, 20 декабря 2021 года. В Александрии выпал снег. Александрия расположена на берегу Средиземного моря. Зимой здесь гораздо прохладнее, чем на курортах Красного моря, Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Марса-Аламе. Но температура воздуха очень редко опускается так, чтобы падал снег. Вообще аномалий в Африке случается довольно много, а рассматривать фотографии такого рода очень необычно. Могли бы вы вообще подумать, что бывает снег в Сахаре? Это бывает всего лишь 6 раз за 40 лет, но все же бывает. Что ж, друзья, на этом пока все. С вами был Андрей. Подписывайтесь на канал, тыкайте в бубенцы, нажимайте на лайки. А главное, друзья, берегите себя. Всем пока.